Всем ходор, с вами Янок, и вы смотрите прохождение Гарри Поттер и Дары Смерти, часть 2. Мы с Роном и Гермионой, а я в данном случае управляю Гермионой, отправились искать в клык Василиска в тайной комнате. Этот момент был практически в фильме не показан, но серьезно, он и не нужен был, так как вообще не нужен. Он в книжке даже... Коротко было описано все. Нам все равно нужно добыть клык Василиска. Почему Гермиона не включит? Кто угодно, только не пауки. Почему Гермиона не воспользуется Люмосом тоже? Интересно. Смотрите, кто-то глаза чьи-то. Так. На замок напали. Надо торопиться. Все. Перестала. Давай, Рон, быстрее. Я просто боюсь в темноту заходить. Так, куда? Направо, нам налево. Ну, идем направо. Рону виднее, он же здесь был уже. Хотя как, Рон был только до определенного момента. У него же обвалилась стена тогда. Вернее, или потолок, или стена. Ну, что-то обвалилось после взрыва Роновой палочки. Вон, паук. Это пауки, Рон. Обыкновенные пауки. Ну, подумаешь, по размеру как полчеловека, как твоя голова, как минимум, но это пауки. Чувствуется, это очень древнее место. Да. Рон, давай быстрее. Давай достанем клык и вернемся наверх. Лучше уж сражаться с пожирателями смерти. Ну так все зависит только от тебя. Ну, с визуальными эффектами в этой игре обстоят дела чуть лучше, чем предыдущие. Чуть лучше, потому что, ну, все равно оно не блещет. Хотя, с другой стороны, ну, очень красиво сделано. Отражение света. По крайней мере, шейдеры третьей версии здесь используют. Рон упал. Рон! Недалеко. Я цел! Спасибо! Будь внимательнее. Эти туннели очень старые. Ну, идем дальше. Пауки! Пауки! Пауки? Смотри, чтоб свет не погас. Я их отгоню. Так, ну эти пауки почему-то с первого раза не умерли. Пришлось по два раза. Попробуйте одолеть, используя экспульсу. Вау! А, ну да, мы же экспульса выучили уже. Можно мы пойдем дальше? Это наш пулеметик. Не, ну принцип все тот же. Это по сути шутер, но теперь больше укрытие используется. А так, как видите, у нас остолбение. Это опять же какое-то винтовочное место пистолетом выстрела. Он более быстрее стреляет. Ну и разброс огромный. Не подпускай! Давай, протега! Зачем протега? Попробуйте заклинать. А, отпрыгающих. Когда прыгает, нужно использовать протега. Протега надо не забывать на шифте. Ну вот и наконец-то дверь. Вроде бы она. Хотя как-то не похоже. Как всегда. Я отворю эту дверь, а ты меня прикрывай. Ага, как всегда. Ну давайте вот сюда встанем, я так понял. Пулеметик наш. Я иду. Только здесь разброс стал. Но здесь он уже больше выстрелов. Готов. Больше выстрелов можно использовать. Но разброс больше становится по сравнению с тем экспульсом, который был до этого. Экспульсо! В упор не попадает Гермиона. Тем лучше. Вон еще один. Где Рон? Так, дверь закрылась. Ну реально, дверь в фильме была с фигурками змей. Это, наверное, родственнички Арагога. Нет, Рон, это пауки, а не акромантулы.
Рон, ты же видел акромантулов, они просто огромные. Они больше человеческого роста. О, здесь что-то есть, я так и не понял, что это такое. Музыкальная композиция. Берегись! Все, я сняла его, сняла! Честное слово. Ну как ты, Рон? Мерзость какая! Ужас, Гермиона не боится пауков, а Рон боится. Ой, что-то сна... Назад! Вон там! Так, а урона тем временем ХП не так много и осталось. Посмотрите, практически половина всего лишь жизни. Я как-то... Ты не стесняйся, колдуй, Гермиона! Желательно прямо сейчас! Как-то не рассчитал. Прямо сейчас, а где они еще? Я только одного видел. Наверное, нужно будет использовать лучше прицел уже правой кнопкой мышкой, потому что он сразу, по крайней мере, целится на паука. Гермиона, там что-то есть. А с экспульса можно отправить что? Больше выстрелов, чем нужно. Только не урони крестраж. Ты бы быстрее, Рон, двигался. Это место и запомнил. О, знак. Профессор МакГонагал. Пауки! Неужели? А я и не заметила. Давай экспульсу, иначе нам крышка! Вроде справились. Не выпускай их! Нет, еще сверху где-то. Очень много пауков, Гермиона. Я не хочу тут одна оставаться. Что-то я вообще таких мест не помню. Где они это лезут? Еще если бы хоть Рон быстрее передвигался. Будь на свету! А то... Экспульсо! То он еле идет. Еле плетется. Уже пробежать бы успели все. Если все, но в темноте может быть кто угодно. Да судя по вот этим мерцающим глазкам, тут непонятно, кто вообще водится. Кроме пауков. Да и пауки здесь какие-то странные. Сейчас опять будет. Прикрывай меня, пока я открываю дверь. Ну, серьезно. Так и будет, наверное. Да. С этой дверью придется повозиться. Ты уж постарайся. Ну и где они? Ага. Пусть я лежу со всех сторон. Но дверь скоро откроется. Фух. Нет, как-то Гермиона, жестковато помоги! Против пауков сражаться. Ну, да Рон! Я помогаю, Рон, чего я ты делаю, нервничаешь? Быстрее делай. Экспульсо! Последние усилия. Да, с таким разбросом, конечно, много не постреляешь. Назад вы! Посмотрите, реально, Гермиона не похожа на себя. Получилось. Слава богу! Вот же мерзкие твари! Ну, все, вроде бы отбились от этих пауков. О, еще что-то есть. Как они сквозь закрытую дверь Гермиона, за мной, пойдем. За мной пробежали? Комната совсем близко. Давай уже покончим с этим. Рон, с таким темпом. Вот вы заметили, в многих играх, когда нужно следовать, особенно в ММО играх, когда нужно следовать за НПС,
они такое ощущение, как будто еще медленнее ходят, чем обычно. Прости, мне показалось. Нет, ничего, все в порядке. Так и вот тут, зачем, чего Рон так медленно идет? И у него, кстати, по пол ноги, по пол ступни в земле пропадает. То пропадает, то не пропадает, но как-то он странновато ходит. Черт, эту дверь на храпом не возьмешь. План тот же? Ладно, только давай быстрее. Ну тут хоть удобно было их отстреливать. Сейчас. Сейчас. Вроде еще один, да? Да. Слава Богу. Скорее, туда. Спасибо, Рон. Ладно, идем за Роном. Рон, ты хоть бы что-нибудь делал. Ой, экспульс все-таки заканчивается через определенное время. Поэтому особо не пострелять. Без перестану. Вот теперь уже движется явно не получится. Неужели мы будем сражаться с тем огромным пауком? Вот теперь она соизволила закрыться. Ух ты, музыка такая интересная началась. И опять дверь. Ну это хоть открывается сразу. О, а вот теперь это очень похоже на то, что было в фильме. Действительно. Я здесь впервые. Это здесь Гарри спас Джинни. И убил Василиска. Вот тут уже один в один, как в фильме. И это круто. Потому что, ну, Гарри Поттер и Тайная комната, вы же понимаете, это не та игра, в которой можно было реализовать все вот это. Хотя там тоже постарались более-менее похожи к фильму. Вот у нас части Василиска. Ну, он Гермиона, быстро оторвали. Давай ты. Давай, Гермиона. А Гермиона взяла и сразу поломала. Не то, что Рон. И что теперь? Только не говорите, что теперь мы будем бежать. Используйте клавиши перемещения. Бесполезно! Для того, чтобы... Называется «Вернуться в 2002 год». Так, в 2001 году. По крайней мере, они друг за другом. Рона вообще не беспокоит судьба Гермионы, да? Пусть Гермиона сама бежит. О, самое время для поцелуя. Бросил ее. Бегите в замок! С ума сойти! МакГонагал хочет, чтобы мы взорвали мост. Невилл как-то так не похож, да? Что, мы будем играть за... Теперь за Невилла? У нас Невилл, Джин... А, за Симуса Финнигана. Моста, Симус. Пока. Береги себя, Симус. Уж постараюсь. Так, а куда нам идти? Установите 6 волшебных зарядов под мостом. Я тебя прикрою, дружище. Давай, уже пора. Закладывай заряды, Симус. А, вот Невил здесь. Невил тебя подстрахует с моста. Остолбенеешь! Я тебя не
Прячься, Симус! Я постараюсь тебя прикрыть! Давай к следующему укрытию, по моему сигналу! Так, ждем тут. Еще один туда же! Есть, спрятались. Ждем. Тут прям давай! Пулеметный обстрел. Готов! По Симусу. Беги! А куда бежать-то? Давай! Беги в укрытие! Фух, молодчина, ты справился! Да, дальше-то что? Установите заряд под мостом. А как мне установить его? Чтобы установить... А, все. Отлично, парень! Прям Симус сапер. Осталось еще несколько. Вопрос, куда только нам идти? Доступно заклинание «Вспыхни». Вспыхни! Вау. Я надеюсь, будь правильно. Симус, они хотят тебя остановить. Я надеюсь, я правильно иду. Хороший совет, Невил. Да, но остолбенение тоже нужно использовать. Или экспульса очень неплохо. В ближнем бою, по крайней мере. Ух ты. Но у него перезарядка вспыхнет долгая. Ой, нет, еще не вовремя. На тебе, бабахнем разочек. Это такой наш рокет-лаунчер, который из-за укрытия может противника убивать. Мимо. Перезарядка. Огонь. Есть. Есть, вынесли. Ну, может, дальше мы можем пройти? Как вы думаете? Мне просто не хочется. Вспыхни! О, кто-то мне помог. Да? Блин, все, защита спадает. Невил, защиты больше нет. Школа лишилась защиты. Нужно как-то... А он не понял, наверное, да? Прям перед ним висела. Пулеметиком по ним. Есть. Нельзя установить заряд, пока да на вас уж нападают. Ни за что бы не подумал, что и этот заложу. А сколько их всего нужно-то заложить? Я как-то не обратил внимания. Неплохо. 2 из 6. Ух, это много. Я сдерживаю их как могу, Симус. Придется отбиваться. Ставь по ним заклятие, вспыхни. Хороший совет, Невил! Осторожней там, Симус! Магическая защита упала! Каждая ошибка может стать роковой! Блин, попал под вспыхни. Есть. Симус тоже неплохо обращается с палочкой, заметьте. Надеюсь, мне мешать сейчас никто не будет закладывать следующий заряд. Так, это 3 из 6. Еще один заряд заложен. Молодчина, друг. Но здесь, я думаю, сейчас придется дефиться как только можно. Куда?
он мы с пулеметика по ним. Так. Эх, думал двоих сразу получится. Давайте хедшотом попробуем. Не, попасть не могу. От нас так просто не смоешься. Ну тогда вот этим вот. Автоматического щита больше нет. Теперь нам придется туго. Так я смотрю, они и сами не против раздолбать. Я в порядке. Все нормально. Ты как? Да ничего, хотя... Так. Чуть не задело. На, сразу двоих. И тут сразу двоих. Ой, как это больно, наверное, было. Таким заклинанием получить. А как нам дальше? Нам что, туда ж ползти? Моя бабуля идет с вами справиться. Не, серьезно. Ой, Невил. Не, че, она у меня ого-го. Вроде попал. Ух ты, он еще и по своим. Не то. Вот, на... Ого, он отлетел. Нет, тут сражение интереснее в разы, чем это было в предыдущей части. Тем более, что здесь действительно вот похоже на магические дуэли. А то, что было до этого, просто спам непонятный. Всех кном подряд. Я надеюсь, это все, больше нету. Мне просто не хочется переигрывать определенные... О, кстати, у меня... Я тоже хочу такую сумку, как у Симуса. Мне просто не хочется переигрывать по несколько раз один и тот же уровень. Тем более, что здесь сражение... действительно сложное. Ага, все в норме, Невил. Что-то они притихли, не находишь? Они что-то замышляют. Забашляют, наверное, они замышляют. Ну, мы закончили. Отлично, дружище! Мы молодцы! Держись там! Но 4 из 6 всего лишь. Почему мы закончили? Что-то здесь не так. Что-то под... Что это? Я не понял, откуда, где, кто... Есть. Этого вынесли. Кто-то сзади. Все, и с ним справились. Нет, Симус, давай за укрытие возвращаемся. Эй, ты в порядке? А, это Невил там. Бежим дальше. Вон у нас есть место для закладки следующей бомбы. Или что это мы тут закладываем? Заряд. Почти все. Еще немножко осталось. Я не понимаю, зачем надо было выкладывать именно так много?
Можно же было просто... Не, ну в фильме они и не закладывали под мостом, насколько я помню. Береги, Симус! Они собираются напасть сверху! Я знал, что эта тишина неспроста. Остолбеней! Я немножечко растерялся. Вот, сверху еще один. А вот тебе... Ух ты! На. Сразу по двоим. Вынес? Круто. Я тоже так умею. Надеюсь, это все. Вернитесь и установите заряд под мостом. Но это последний заряд должен быть. Готово, Невил! Здорово, Симус! Я знал, что ты справишься! Да ладно, тоже мне подвиг. Пара пустяков. И сейчас я чувствую, мы будем бежать опять. Я сейчас! Петрифкус Таталус? А, мы теперь за... Похоже, они пронюхали о нашем плане с мостом. Меня тут обложили. Сейчас! Так, Симус, держись. Петрифкус Таталус как снайперский выстрел, вы заметили? Просто снайперская винтовка. Единственное, что она как-то непонятно работает. Невил снайпер такой. Ну, на пожирателях смерти конкретно, а не на егерях, приходится тратить по несколько раз использовать. О, так он пробивает броню. Протега. На тебе. О, Симус, ты будешь убегать назад? Отлично! Это их малость успокоило. Не, за Невилла веселее играть. По тебе, по крайней мере, никто не стреляет. Невил, хоть... требуется твоя помощь. Держи, Сим! Помощь уже идет! Упс, хоть бы не в Симуса это попало. Вот черт, Симуса, конечно, Симусу не позавидуешь сейчас. С другой стороны, он и сам должен хоть что-то уметь делать.
Да, надо со снайперки пострелять под названием Petrificus Totalus. Ну, надеюсь, это все. Ну, вроде бы все. Давай, Сим, по кому он стреляет? А вот еще один. Спасибо. Откуда он взялся там? И очередной участок, где мы должны помогать Симуса. Все в порядке, дружище. Все нормально. Видно, что закончено. Егеря, по крайней мере, сразу выносится. Ох-ох-ох. Теперь в меня начали стрелять. Ух ты, Симус быстро телепортируется. Так, они все чаще и чаще начинают в меня кастовать. Протега надо использовать, не забывать. Я Симусу щит сбил, нет? Ух ты, а это кто такие? Ну уже хватайте мелких паразитов! Берегись, Невил, они идут на мост! Ну, теперь будем отбиваться. Там зависли. Ну, пусть так и стоят. Так, назад бежим. Молодцы, ребята. А Джинни-то просто стала и стояла. Почему мост еще не взорван? Невил, я последний не заложил. Без него мост не взорвать. Да ладно. Я заложу. Чтобы побежать в нужном направлении, используйтесь клавишами перемещения. Прицели осуществляются с помощью. Экспульса! Вот это круто сейчас. Класс, Невил! Ну же, Невил! Беги, Невил!
Невил! Я живой. Все как в фильме сделали. Я же сказал, взорву. О, это что? Они напали на виадук! О-о-о-о! Великаны! Мы что, будем сейчас за МакГонагал играть? Было бы интересно. Это интересно сделано. Вам не запугать ни меня, ни моих учеников. Я исполню свой долг перед школой. Странно работает импедимента, это я. В чем причина столь неподобающего поведения? Определенная игра интереснее предыдущей и даже других игр, ну не считая первых трех. Его только этим заклинанием можно было убить. Еще один. Будьте на чеку. Черт, надо. Чего это вы вообще решили, что пройдете мимо меня? Вот как надо было сразу делать. Это самоводящиеся ракеты. Видите, надо прицеливаться. Вот, прицелился. What?
Знайте её! Запускаем нашу... куда они пролетели? А дальше-то идти некуда. Второго убили. Мне кажется, с вас уже хватит. Да. Я не пущу вас в Хогвартс. Могу на голову. Шикарно.